Итальянский городок Трентино принял у себя 26-ю зимнюю универсиаду. Нашу страну в Италии будут представлять более 200 спортсменов, в том числе 7 ребят из нашей республики. Виды спорта у нас лыжные гонки. Довольно-таки долгое время представители лыжных гонок у нас не попадали на международные соревнования. Это довольно-таки большой успех. Также у нас есть 2 шорт-трека, лыжные двоеборья, прыжки на лыжах с трамплина, фристайлский кросс. Подготовка идет плодотворная. Здесь бегаем, прыгаем. Идет процесс подготовки к соревнованиям. Пока нам еще прыгать не дают, но мы вот отрабатываем свою технику на земле. Сегодня и завтра у нас проходит официальная тренировка, а 14 числа у нас уже будут соревнования проходить. Очень хорошие коллективы, тренеры, замечательные. Условия проживания и для тренировки здесь все есть, то есть все хорошо у нас. И, конечно, рассчитываем мы на шорт-трек и на лыжное двоеборье. То есть надеемся на хороший результат.